Всем привет! У нас сегодня насыщенный день. У нас сегодня вечером произойдет долгожданная встреча. А сейчас мы едем уже где-то возле Нью-Йорка, в Ньюарке. И мы едем делать детям сюрприз. Они не знают, куда мы едем. Так что покажем вам, какой сюрприз мы им сделаем. И потом мы поедем в Нью-Йорк навстречу. Итак, вот сюрприз. Называется Dinosaur Station. Жора уже рад. Только он думает, что сейчас будут скелеты динозавра. Мы сейчас посмотрим, что здесь. Не надо его запутывать. Это поезд. Ой, что это? Что это? Как у нас игрушки дома, только большие. Сейчас вот здесь, в этом шалаше, прогулки с динозаврами идут в 3D. И, короче, мы с Лизкой Жорику купили, Жорику и Лизе купили 2 билета по $5. А сами будем тут сидеть на скамеечке и ждать, потому что решили не ходить с Денисом. Сейчас подставь. Поставь туда. И сколько он идет? Полчаса, да? Так что мы их подождем, они потом расскажут, да? Жорка, ты расскажешь потом? Понравился тебе Walking with Dinosaur? Да, я хочу его смотреть. Ну что я вам скажу? Сейчас мы едем. Сейчас мы едем в JFK аэропорт. Ой-ой-ой, аккуратно. Proceed about 6/10 of a mile to the freeway entrance. Встречать моих родителей, бабушек и дедушек. In half of a mile, keep left. Болтает. Вот. О, пробка.
Ну что, побывали мы в Dinosaur Station. Ну, детям очень понравилось, Жорику особенно, потому что он просто бредит этими динозаврами. Dinosaur Zoo, говорит, зоопарк, да. В общем, нафотографировали его, потом они пошли смотреть это 3D-кино «Прогулки с динозаврами», а мы с Деней сидели на скамеечке и решили не тратить $10 на билеты. В итоге подошел к нам этот мужчина, который, ну, продал билеты, и говорит: «Вы можете зайти». Более того, он нас запустил и дал нам еще очки, вот эти 3D, то есть, ну, как бы, это ж как бы учет у них ведется там какой-то или что. Ну, в общем, посмотрели мы эти 3D-динозавров. Это было so cool. So cool было. Так что Жоре понравилось. Купили им по динозавру еще в подарок об этом дне в память. Я плакала, потому что мои очки упали. Очки упали, на самом деле там в конце динозавр такой со слюнями вылез, такой вау, 3D. Жора начал плакать, но потом он сказал, что это из-за того, что очки упали. Короче, попали мы сейчас в пробку, но это видно это из-за тола. Это тол, да. Да. Я надеюсь, что... Мы выехали за... А, короче говоря, мы еще потом сходили, даже успели пообедать в Subway, там по пол саба съели. И успели уже заселиться в гостиницу. Гостиница, честно говоря, с каждым разом все хуже и хуже, это Лаквинта. То я рассказывала, что там были клопы. Но сейчас мы уже прям даже написали, когда бронировали этот номер, написали: пожалуйста, без клопов, уже так, как бы напрямую. Вот. И цены, конечно, уже зашкаливают, а ремонт они тут не делают. Короче говоря, посмотрим, как в этот раз будет. Вроде персонал поменялся, да? Нету этих, меньше мексиканцев стало, да? Ну да, один американец, и я, по-моему, поставил. Ну, а там в комнате же выходили мексиканцы. Вот мы сейчас проходили. Это, видно, горничные. И менеджер этот, видно, там сидит, мексиканец. Ну, вот и да. А мы менеджеру писали, он нам обещал, что он нам скинул же тогда, ну, за бесплатно как бы сделал нам, когда клопы были в комнате, и сказал, что в следующий раз, если вы все-таки соблаговолите в нашей гостинице остановиться, я вам дам лучший номер с лучшим видом на Нью-Йорк и, значит, скину, сделаю скидку. Ну, короче, мы писали ему, написали, да, как бы ответ на это письмо сейчас, с его письмом. Вернули ему и написали: ну что, вы сделаете нам скидку, типа мы все-таки решили, может быть, мы остановимся в вашей гостинице. Фиг, ни ответа, ни привета. А я вот сейчас уже вижу Нью-Йорк отсюда, силуэты небоскребов. Застряли мы на толе, нам бы хоть успеть. Ну, вообще у нас сейчас в запасе 1.5 часа. И плюс еще, ну, пока выйдут, пока багаж получат, так что где-то время у нас есть. А в пути вообще мы должны быть где-то 40 минут, там, или 50. Так что я думаю, мы успеем. Все-таки лучше, чем там торчать, нервничать, переживать. Вот. Ну, вот так.